they make their way to the FIBA World Cup. In Spain, we welcome you to USA Basketball presented by Nike. It is the United States national team facing the Dominican Republic national team for the U.S., the first of two exhibition games here at the Garden. Hi, everybody. I'm Marv Albert, along with Grant Hill and Steve Smith. And Grant, for the United States, it is a team without the injured Paul George, without Kevin Durant, without Kevin Love, both withdrawing, without the injured Blake Griffin. Всем привет всем поклонникам лучшего баскетбола на планете. Добро пожаловать в Madison Square Garden, где в течение ближайших двух дней состоятся сразу два подготовительных матча сборной США к большому баскетбольному празднику, который состоит уже совсем скоро. Сегодня сборная США играет против Доминиканской Республики, послезавтра в это же время она будет играть против команды Пуэрто-Рико. Состав сборной США звездный, но, конечно, несколько отличается от того, что сборная США организовала для участия в последних Олимпийских играх. Все-таки соревнования, даже пусть звучат очень грозно, то есть что такое чемпионат мира, это встреча самых крутых команд, но все-таки Олимпийские игры — это уже совершенно другой уровень. И нет Леброна Джеймса, Кевина Дюранта, Коби Брайанта, Кармела Энтони и еще ряда суперзвездных игроков, но тем не менее в таланте команда США никакого недостатка не имеет. Соперник сегодня любопытный. Команда Доминиканской Республики, только может показаться, что у нее нет талантливых игроков и что эта команда собрана из каких-то никому неизвестных людей. Это совсем не так. Очень талантливые люди выходят из этого региона нашей планеты и играют очень сильно в профессиональный баскетбол. Эл Хорфорд — самый яркий представитель этой команды, но он готовится к новому сезону после травмы. Поэтому сейчас главный человек здесь — это опытнейший 33-летний Франциско Гарси, игрок Хьюстон Рокетс, а также новичок команды Кентаки 95-го года рождения, высокий парень Карл Таунс. С ним познакомимся. Ranking military officer in the United States and serves as the principal military advisor to the President and the Secretary of Defense. Please welcome the 18th Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Martin Dempsey. Good evening, ladies and gentlemen. In just a few moments, members of the best military on the planet will participate in a ceremony with members of the best basketball team on the planet as they prepare to go and represent our country in the World Games. Tonight, some of the servicemen in front of you will present these players with a set of dog tags, military identification tags. These dog tags are emblazoned with the flag of our nation, the cloth of our nation. And on the back, it has the player's name on one dog tag, and on the other it has some of their names. The dog tag is an iconic symbol for us. We wear it wherever we are deployed around the globe protecting our nation. And in this case, it represents courage and trust. And what these servicemen and women are going to do tonight is present these dog tags to these players with the message that we entrust them to their care as they go and represent their nation. Servicemen and women, about face. Members of the crowd, let's hear it. USA! USA! Present the dog tag. Guys, back it up. You need to back it up.
Пришло время познакомиться со стартовым составом. Для начала сборной Доминиканской Республики. Здесь главный человек — это Франциско Гарси. Еще один очень интересный игрок, защитник Джеймс Фелдейн, который выступает в Европе. Эдгар Соса будет помогать на задней линии. Лой Варгас центровой. И еще один форвард — Элис Баес. Суперталантливый Карл Таунс, один из сильнейших проспектов студенческого баскетбола Северной Америки, которого подписали Kentucky Wildcats, но он также мог оказаться в любой другой самой крутой команде первого дивизиона, только вот Северная Каролина ему не сделала предложение. Он выйдет в сегодняшнем матче со скамейки. Любопытно, что команда Доминиканской Республики совсем недавно играла против, кстати, именно Кентаки. Подготовительный был небольшой турнир к старту нового баскетбольного сезона у Kentucky Wildcats. И Джон Калипари проверял своих молодых игроков. Причем сам он находился достаточно далеко от баскетбольной площадки. Он занимался тем, что был оператором этих матчей. В общем, тоже необычно для себя опыт переживал. И в итоге получается, что Доминикана играла против... То есть вот Карл Таунс, доминиканец, играл против Кентаки, своей той самой команды, которая должна сделать его по-настоящему знаменитым. Ну, кстати, в первом матче, если вот этой двухматчевой серии против Кентаки Доминикана уступила минус 12, то во втором матче, сыграв куда лучше в защите, выиграла одно очко, показала себя неплохо. Как и сообщалось перед началом этого матча, действительно, звездный Дерек Роуз сегодня не выходит у сборной США в стартовом составе. Роуз здесь самый большой человек из всех оставшихся. Это MVP. Это пусть даже возвращающийся после двух тяжелейших травм колена, но все-таки обладающий исключительным талантом и потенциалом молодой человек. Эти команды встречались во время подготовительного турнира перед Олимпийскими играми 2012 года. И сборная США отпраздновала достаточно легкую победу. Даже счет не хочется называть, чтобы интригу в сегодняшнем матче куда-нибудь не отправлять в дальний угол. На самом деле в этом нет ничего страшного. 113-59, то есть, да, почти плюс 60. Но все-таки той команде были все те люди, которые затем уже сверкали на Олимпиаде. Весь цвет современного баскетбола был собран под знаменами сборной США. Тогда... И Кевин Дюрант тогда в том матче набрал 24 очка. Естественно, Леброн Джеймс, Кармел Энтони и остальные звезды были в составе американской дружины. Первый бросок сборной США в этом матче. Опять же, по системе, конечно же, европейской трудятся здесь команды. И для американцев это тоже хорошая новость, потому что трехочковая дуга несколько ближе. И... времени побегать сегодня даже будет не так много. Меньше будет возможностей. Первый бросок. Вот Стеф Карри, великолепная передача. Затем была организована уже Карри Ирвингом на Энтони Дэвиса. И суперталантливый форвард обновленной команды New Orleans Pelicans зарабатывает первые два очка в сегодняшнем матче. Опять же, у Доминиканской Республики, вот помимо Франциско Гарсии, который... выступает в этой команде под девятым номером, стоит обратить внимание... Джеймс Картон, очень неточная трешка. Стоит обратить внимание на еще одного способного набирать очки защитника Джеймса Фелдейна, выступающего за итальянскую команду Канту. В этом коллективе, кстати, собраны действительно очень большие таланты. Это очень серьезный итальянский баскетбольный клуб, который даже Евролигу выигрывал пару раз в своей истории. В принципе, с 36 года выигрывает различные баскетбольные первенства. Ну и в составе играет, например, Деннис Марканато или знакомый, хорошо тоже поклонником NCAA, выпускник университета Вичита Стейт Джо Рэглан, который наводил еще совсем недавно шороху в мартовском безумии. Доминикана ответила недавно первыми своими двумя очками в сегодняшнем матче. Что касается Фелдейна, этот молодой человек родился и вырос в Нью-Йорке. Для него, собственно, у него есть двойное гражданство, американское и доминиканское. И для него это родной город, для него это то самое место, где он должен показать
хорошо себя. 1.93 его рост, 86 килограммов. И закончил университет Квиннипиак, но, правда, не был задрафтован. Результат, тем не менее, баскетбольный показывал достаточно высокий уровень, но об этом попозже. Пока у нас Стеф Карри пытается найти Джеймса Хардена, 5 секунд до конца, и своим любимым финтом Харден растолкал защиту, но, правда, до броска в итоге дело у американцев не дошло. Там показывает Стеф Карри, что счетчик нужно было обновить, но судьи считают, что атака сборной США все-таки уже подошла к концу. Первые две минуты проходят пока для американцев не очень здорово в плане реализации своих шансов. Зато команда здорово защищается. Что самое интересное, здорово защищается даже Джеймс Харден. Оборона которого уже давно стала неким таким нарицательным моментом. И многие шутят на эту тему. Многие говорят, что действительно, вот это суперзвезда Харден. Насколько хорошо он играет в нападении, настолько плохо он играет в защите. Но, правда, поступила информация, что в этом сезоне Джеймс Харден будет уже совершенно другим человеком. То есть изменятся его отношения. В первую очередь, отношения определяют, как игрок выступает в защите. И Харден будет стараться гораздо больше. А уж умеет ли он защищаться или нет, это мы выясним. Ну, вроде поговаривает, что очень даже умеет, когда захочет. Энтони Дэвис. Настоящий бриллиант в форме сборной Соединенных Штатов Америки. В принципе, бытует мнение, с которым можно согласиться, что сейчас третий лучший игрок во вселенной после Леброна Джеймса и Кевина Дюранта – Энтони Дэвис. И у меня нет оснований, чтобы сказать, что это не так. Есть, конечно, большое количество игроков, которые готовы были бы, куда более опытных, уже состоявшихся, которые готовы были бы монобровь подвинуть, но это действительно восходящая не просто суперзвезда, это человек, который может стать наследником Тима Данкана. Он делает так, как делал это Тим Данкан в начале своей карьеры. Он обожает играть в защите. Для него это отдельный абсолютно кайф. Выдавать каждый раз сопернику горшки, выписывать ему блокшоты, перехватывать мячи, останавливать оппонентов, не давая им ничего набрать. Харден перехватывает мяч, рядом Кеннет Фариц. Вот это сборная США. Глупая получилась ошибка при вводе мяча для доминиканской команды. И вот Франциско Гарсия теперь куда более опытный. Нас, его партнера по команде Эдгара Соса. Переводит мяч. Сос основной разыгрывающий здесь. Вот Гарсия с мячом. Вот 10 номер Фейден, который бывший американец, который, собственно, он и есть американец, который играл в США, хорошо знаком с американской системой баскетбола, но выступает в Европе. Дэвис тем временем очередные 2 очка. Неудивительно, что после того, как отправился из команды США вот совсем недавно Кевин Дюрант, собственно, ему нужно сконцентрироваться на новом баскетбольном сезоне в Оклахоме. Все-таки команда Оклахомы обладает очень большим талантом и большим потенциалом, но по-прежнему никак его не может реализовать по различным причинам. Какая передача Франциско Гарси, однако Варгас не сумел этот мяч выловить. Лэй Варгас тоже и выступавший совсем еще недавно в NCAA, и тоже, насколько я помню, за Кентаки молодой человек, не сумел воспользоваться просто космической передачей от своего опытнейшего партнера по команде. А передача Хардена, что интересно, была даже отсчитал. Я думал, не показалось ли мне? Нет, не показалось. Энтони Дэвис, очередной блокшот, и в ответной атаке он еще и вот такую передачу получает от Кайри и легко расправляется под кольцом со своими соперниками. Пока чувствует себя Энтони Дэвис очень хорошо, как, собственно, и Джеймс Харден. Он против Бразилии, правда, всего 3 из 8, зато 11 пробитых штрафных. Это то, что должно очень сильно помочь сборной США уже на соревновании в Испании. И наверняка Харден будет лидером команды по результативности. Хотя Энтони Дэвис, учитывая, опять же, его удивительный талант и огромный потенциал, постарается составить ему конкуренцию. Да, действительно, Элой Варгас выступал за университет Кентаки с 8 по 12 года. Он, в принципе, был частью NCAA. Его первой командой в NCAA была Флорида. Но там он в 9 матчах получил всего лишь только 10 минут игрового времени. И там
успел что-то набрать, что-то подобрать и что-то заблокировать. А вот в Кентаки, уже будучи запасным центровым, даже проводил на паркете какие-то уже более существенные минуты. То есть в двух сезонах он имел 6,8 минут в среднем за матч. И результативность, конечно, не грандиозная. Там все-таки есть Кентаки, кому забивать, Энтони Дэвис. Длиннющими своими руками. Размах рук, такое ощущение, что 3.5 метра, как у самолета настоящего у Энтони Дэвиса. Но не хватило этого, чтобы заработать красивые очки. Эдгар Соса из угла. Неточная трешка, хотя хорошая была комбинация и передача в исполнении Джека Майкла Мартинеса была очень красивая. Мартинеса можно легко отличить. Он вот номер 15 и выглядит очень эксцентрично так. Ну не то чтобы эксцентрично, в стиле вот недавнего бразильца. Мы видели с вами команду Бразилии, видели Нене. И Нене выглядит примерно так же. Но и тем временем рывочек в исполнении американской команды. Ведомые Энтони Дэвисом и Джеймсом Харденом, парни ведут 16-6. Середина первой четверти. NBA TV's presentation of USA Basketball is presented by the Nike KD7 collection, available at Foot Locker, and in part by Cisco. Cisco, tomorrow starts here. And Foot Locker. If it's at Foot Locker, it's approved. Рывок 7-0, организованный Джеймсом Харденом. Харденом, который рассчитывал на сильное улучшение состава команды его Houston Rockets перед стартом нового баскетбольного сезона. Но, правда, надеясь на приобретение Криса Боша, это было бы очень здорово, если бы оказались в одной команде Крис Бош и Дуайт Ховард, и у них еще Харден был бы на задней линии. Но вот, понадеясь на это, команда в итоге отпустила свою большую звезду Чендлера Парсонса. И, соответственно, Рокетс теперь предстанут перед нами в другом несколько свете. Ну и теперь у них уже не будет Джереми Лина. Собственно, они освободили место в платежке. И вот ни к чему хорошему это пока не приводит. Ну и рывок 12-0, который американцы исполнили после счета 6-4. 7 очков подряд набирает Джеймс Харден. Гарсия тем временем. Вот, кстати, тоже давний знакомый как раз именно Джеймса Хардена, тоже из Хьюстона. Опытнейший форвард, который в этом сезоне не раз помогал этой сильной команде. Появляются со скамейки запасные. Появился Клей Томпсон, атакующий защитник Golden State Warriors. Вышел Руди Гей, выступающий, в общем, много команд, сменивший в последнее время, ныне выступающий в Sacramento Kings. Также Дэмиан Лиллард, запасной разыгрывающий. Ну и, соответственно, все ждут появления Дерека Роуза. Ему была вручена самая большая овация перед стартом сегодняшнего матча на представлении игроков. Франциско Гарсию тоже очень хорошо поприветствовали, потому что Гарсия здесь тоже знакомый человек. Ну, в принципе, больше американцы никого и не знают. Пока они не знают Карла Таунса, пока это имя еще не на слуху, но вот команда Кентаки начнет выигрывать, и Таунс начнет какие-то очки набивать. Соответственно, и имя этого парня тоже будет уже всем известно. Счет уже 18-6. Доминиканы совсем не получается зарабатывать очки пока. Красивая комбинация. Вот, по крайней мере, двигают мяч очень здорово доминиканцы. И не всегда им удается, правда, уже в решающей стадии делать то, что нужно. Демаркус Казинс тем временем показывает молодому и очень заметному игроку, вот именно Джеку Майклу, точнее, нет, не молодому, но заметному Джеку Майклу Мартинесу, как нужно действовать под кольцом. Мартинесу нечего предложить своему супер большому сопернику. На данный момент 4 разыгрывающих у сборной США в составе. И в решающем ростере, в финальном ростере будет 12 человек. Соответственно, нужно будет, нам намекают на это, отказаться от разыгрывающего. Ну, в принципе, придется еще скинуть некоторых важных людей. Уже, например, был скинут Джон Уолл. То есть один как раз из звездных разыгрывающих посчитал. Майк Шишевский, видимо,
используя какую-то, может быть, информацию от своих помощников Монти Уильямса и Тома Тибодо, что Джон Уолл здесь подходит меньше. Хотя Джон Уолл, вот если, например, сравнивать его с Дэмианом Лиллардом, он все-таки чуть получше защищается. Но, правда, по идее, в форме сборной США здесь ни от кого не стоит ждать какой-то расслабленности в обороне. Гарсия 3 под 45 мимо. Мартинес, как раз Казин забьется за подбор. И Демаркус проигрывает эту борьбу. Так что Джек Майкл Мартинес в одиночку добывает для своей команды подбор в нападении. Замечательный момент. Не удалось американцам сделать еще один красивый момент. Хорошая была атака. Дэмиан Лиллард, Руди Гей в центре нашего внимания. Показатели Руди Гея в последнее время не впечатляют. Еще совсем недавно лидер интересной команды Мемфис Гризлис, команды, которая умудрилась выиграть в плей-офф в первом раунде, будучи посеянной под восьмым номером у первого номера посева Сан-Антонио. Той самой команды, которая выиграла пятый свой чемпионский титул в прошлом чемпионате. Но теперь Руди Гей находится уже в совершенно другом положении. Раньше его называли одним из самых талантливых игроков НБА. А теперь говорят о том, что он был одним из самых переоцененных в свое время. И контракт, полученный им, совсем не отображал реальный расклад вещей. Собственно, на сезон 14-15 годов Сакраменто Кингс будут ему выплачивать 19 с лишним миллиона долларов. Предыдущий сезон в Сакраменто в 55 матчах он провел так, неплохо достаточно. В этой команде ему, по крайней мере, комфортно бросать. Он попадал с процентом 48. Не очень здорово летели трехочковые, но, правда, и бросал он их гораздо меньше, чем бросал, например, в составе Торонто Рэпторс. За Торонто он умудрялся выбрасывать по 4 трехочковых за матч, хотя процент у него никогда не был сильно выше 33. То есть сильно лучше, чем один из трех. Ну и он набирал 20 очков за матч, опять же, рядом с Демаркусом Казинсом. Чувствовал себя достаточно неплохо. Но команда Сакраменто обновлена, и, кстати, последняя информация говорит о том, что может быть обновлена она очень сильно, если состоится таки обмен Рейджена Рондо. И более того, говорят, что на 80% уже этот обмен в силе и готов просто сильно изменить положение вещей в баскетбольном мире. 21-10, небольшой рывок команды Доминиканской Республики вместе с Франциско Гарсией, правда, тут же симпатичный бросок от Демара Дерозана, атакующего защитника вот как раз из Торонто Рэпторс, вышедшего со скамейки. Плюс 13 у сборной США. Две минуты до завершения первой четверти. Одинаковое количество бросков совершили в сегодняшнем матче эти две команды, но при этом на 4 попадания меньше у доминиканцев, и при этом они трехочковые пока не попадают. Гарсия разбирается один на один с Клеем Томпсоном. Разбрасывает того парой вправо-влево кроссоверов. И в ответ Томпсон говорит: на, вот это то, что я умею. Клей Томпсон один из сильнейших на данный момент НБА уже атакующих защитников. И при этом у него есть большие перспективы в баскетболе. Мог быть как раз частью обмена Кевина Лава, но этот обмен уже в любом случае состоится без участия Golden State Warriors. И Кевин Лав окажется в составе команды Cleveland Cavaliers. Ох ты, Демаркус Казинс! После промаха именно Клея Томпсона добавляет мяч сверху. В предыдущем сезоне Томпсон набирал в составе Golden State Warriors лучшие для себя пока 18,5 очка. Попадая трехочковый, вот уже третий год подряд с процентом выше 40. И при этом уже третий год подряд он бросает в среднем по 6 с лишним раз за игру издали. И все равно все время точно. Гарсия 3 очка! И посмотрел так на скамейку своих давних знакомых. Типа, вы думаете, что мы ни о чем? Мы о чем? Лиллард в ответ. И перехватывает у него мяч. Здорово внизу.
Ух ты! Это тот самый давний знакомый Джеймс Фелдин. Быстрый парень. Быстрый, опытный молодой человек. 88-го года рождения. Родившийся в Бронксе, учившийся в Нью-Йорке. И в итоге минус 11. Доминиканская республика уступает, но она провела просто замечательно последние 3 минуты первой четверти. Да, она в защите достаточно много позволяет пока сборной США, но все-таки в нападении нужно было хоть что-то набрать. И вот что-то набрали в последние минуты. Еще одна хорошая передача как раз вот Джека Майкла Мартинеса. Нашел он Франциско Гарсию. И Гарсия очень злой, там что-то выкрикивает Джеймсу Хардену, своему партнеру по команде. Welcome back to New York, where the U.S. national team leads the Dominican Republic 28-17. I'm Matt Weiner here with assistant coach Tom Thibodeau. Defensively, 14-0 run, fueled in part at least by turnovers and transition, which is the hallmark of this team. How pleased were you? Well, I thought the start of the game was very good. Our ball pressure was terrific. The communication was very good. Then we got a little loose there the last couple minutes of the quarter. So, you know, the challenge is to do it for 40 minutes. So we, but it was a good start, and we just got to take care of the ball. Can't turn it over. You're here for USA Basketball. You also get a close-up look at Derrick Rose's re-entry into elite-level basketball after not practicing for the most part the last couple of days, not playing tonight. What's your level of concern as the Bulls head coach? Well, you know, we gave him a couple days off. We knew he would have some soreness. We just thought that another day of rest would be good for him, and we also wanted to get a look at some other players. So it just worked out, you know, so we wouldn't play tonight. Thanks, Tom. Thank you, Matt. Том Тибодо рассказал в паузе, что эта молодая команда должна дорожить мячом. Она, конечно, играет очень красиво, она ярка, она интересна, но она все-таки должна действовать эффективно. И пусть даже в угоду зрелищности, но все-таки результат здесь важнее всего. Фол в нападении тем временем Демаркуса Казинса. И также отмечает великолепного Деррика Роуза. Том Тибодо, своего подопечного, своего великолепного игрока. Чикаго Буллс в новом чемпионате в случае отличного состояния физического Деррика Роуза будут претендентами на победу во всей Восточной конференции, без сомнений. Они добавили в состав Пау Газоля, они имеют все шансы стать вновь действительно элитной командой. То есть они были просто крепким и очень труднопроходимым соперником без Роуза, но, естественно, с ним они выходят уже на совершенно новый уровень. Но Деррик Роуз в сегодняшнем матче, к сожалению, участия не принимает. И мы с вами на этого талантливого игрока, опять же, самого сильного из всех представленных по уже суммарным достижениям в НБА, мы на него будем смотреть, видимо, может быть, как раз послезавтра. Посмотрим, какое будет решение тренерского штаба. Но вполне возможно, что именно послезавтра он будет выходить именно против Пуэрто-Рико. А Пуэрто-Рико — это крайне любопытная команда, в которой есть хорошая история взаимоотношений баскетбольных со сборной США. Но об этом будем уже послезавтра рассказывать. 29-17 у нас тем временем счет. 9 минут до завершения первой половины. И у доминиканской команды не очень пока получается вторым составом на старте второй четверти создавать большую красоту. Хороший проход. Вылавливает мяч Кайри Ирвинг. Находит на дуге вновь совершенно свободного игрока Golden State. Теперь уже это Стеф Карри. И он отправляет очередную трешку в цель. У американцев пока трехочковые летят с очень хорошим процентом. Здорово чувствует вот эту вот новую для себя дистанцию американцы. Ну, хотя, с другой стороны, они привыкли бросать с 7,5 метров. И до сих пор делают это, даже когда речь идет про вот такие вот международные соревнования, где можно бросать и с чуть более короткой дистанции. Мартинес не сумел найти партнера по команде до истечения времени, отведенного на атаку. И вот как раз именно Карло Таунс он пытался найти.
сверхталантливого представителя команды Kentucky Wildcats, третьего лучшего центрового, который приходит в NCAA в этом сезоне, и девятого лучшего студента, обновленного студента, в принципе, Карри! Очередная трешка в исполнении Стефа. Он поймал огонь. У его соперника не так все здорово идет сегодня с дальней дистанции. Ну и здорово, конечно, что вот американцы, даже вот те молодые игроки, которые никогда не показывали себя как-то очень прям здорово в обороне, все они отрабатывают на 100%, на 200% от своих возможностей, когда надевают форму сборной США. То есть даже в плей-офф такого не всегда можно было увидеть. Те же самые Portland Trail Blazers, вот тот же самый Дэмиан Лиллар, который ничего не мог поделать с Тони Паркером, или Джеймс Харден, которого как раз Дэмиан Лиллар разрывал в определенные моменты. А вот здесь уже другая совершенно ситуация. Здесь в звездно-полосатой форме. Ох, Стеф, три подряд! Ах ты! Мог бы очередную трешку отправить в цель Карри. 35-19. 7 минут до завершения первой половины матча. Вторым составом своим доминиканцы смотрятся не так эффективно. Вот отправился на скамейку Франциско Гарсия. И нет еще и к тому же вот интересно мыслящего Джека Майкла Мартинеса, который интересные розыгрыши придумывает для своей команды. И нету Джеймса Фелдейна. И вот уже эффективность атак сборной Доминиканской Республики сильно упала. Карриерве один на один разрывает соперника. Харден из угла. Нет, тоже не точно. Был близок Джеймс, как и, собственно, был близок до этого Стеф Карри. Ответная атака. Классная передача на Элоя Варгаса. И вновь бывший центровой Кентаки не вылавливает хороший бросок. И в ответ Харден Джеймс. Жестоко. Но по правилам. Не появлялся пока в сегодняшнем матче на паркете Кайл Корвер, насколько я помню. Ну и, соответственно, еще мы с вами тоже кого-то не видели. Андре Драмонд не выходил. Мейсон Пламли на скамейке. И вот не появится, по-моему, Парсонс тоже не выходил. И не появится сегодня еще и к тому же Дерек Роуз. Классная получилась атака американской команды. Плюс 18. Разница в счете. 6 минут до завершения первой половины. Но пока у доминиканцев броски сколько-нибудь дальние, дальше 5 метров, летят не очень здорово. То есть даже вот со штрафной техникой исполнения несколько необычно. Виктор Ли стал одним из героев матча против Кентаки, который был выигран с преимуществом в одно очко. Там 65-64 счет. И он набрал 15. Причем самое интересное, что после первой половины Кентаки вел, однако Доминикана сумела вытащить матч. То есть она стала лучше защищаться. Она куда меньше позволила сопернику во второй половине. Там она позволила почти 40 в первой половине. Ну и, соответственно, куда меньше во второй. Сумела вернуться. И в концовке оказалось сильнее, но, правда, совершенно не сыгранной, абсолютно зеленой пока еще команды Джона Калипари. Тем не менее, уже хоть какой-то показатель есть. Вот интересное противостояние. Карл Таунс, 2.11, 110 килограммов, 18 лет против Демаркуса Казинса, уже состоявшегося большого игрока, который вот там сплескивает руками под кольцом соперника. Какой сложный бросок решил придумать, посадив на себя защитника, прочувствовав данную ситуацию, Хуан Коронадо. Опытнейший 30-летний разыгрывающий. Вообще, в принципе, средний возраст команды Доминиканы достаточно большой. Здесь много игроков, которым уже за 26 лет. Собственно, стартовый состав весь из таких игроков состоит. Франциско Гарсия даже не самый старый в команде, хоть ему 33. Здесь еще помимо него вот Джек Майкл Мартинес 32. Эолис Баес 32. 34 года. Эдвард Сантана Пиментел. Рикардо Грир 37 лет. Действительно, у команды большой баскетбольный опыт. Но вот опять же сегодня она, напомню, представлена все-таки не в максимально возможном в своем составе. Тут
и самый сильный представитель сборной Доминиканы Кайри Ирвинг. Нет, он не самый сильный представитель сборной Доминиканы. Он просто обладатель удивительных рук. Разыгрывающий, пославший очередные два очка в цель. Ну и в первой половине американцы, видимо, собираются пробить отметку 50. И собираются опять набрать сотню против Доминиканы. Стеф Карри находит Казинса. Сверхнавес какой-то решил он организовать. Дэвис там был на подборе, не сумел добавить в одном прыжке. Ну, конечно, играет на публику сборная США. Все-таки трибуны Madison Square Garden заполнены почти под завязку. Естественно, внимания к сборной Олимпийской два года назад было больше. И там вот на матче с Доминиканой вообще было 20 тысяч человек. Но сегодня недостатка в зрителях нет. И особенно это было хорошо понятно во время представлений игроков, когда назывались как раз такие имена, как Дерек Роуз и Стеф Карри. Генерал Мартин Дэмпси рассказывает про свою любовь к баскетболу, что она завязалась еще очень давно, еще в школе, и она никогда не угасала. И то, что благотворительность имеет и для вот данной программы, да, для данной подготовки сборной США имеет большое значение. Так называемая акция «Hoops for Troops». То есть Hoops — это баскетбол, это играть в мячик, по сути, а Troops — это войска, это как раз военные силы. Вот такая игра слов американцев. Вот тем временем американцы из-под кольца пропускают очень странные два очка после промаха со штрафного. Там один Руди Гей остался. Поверили, видимо, в то, что... Ну, в первую очередь, Демаркус Казинс поверил в то, что Руди Гей, его партнер по команде, уж под борта, под своим кольцом халявный, сумеет сделать. Но он этого не сделал. Навес Демара Дерозана на Казинса был неудачным. И в ответной атаке Доминикана может сделать отставание меньше, чем минус 14. Очень много, конечно. Однако еще один бросок в исполнении доминиканской команды. Основной разыгрывающий Эдгар Рафаэль Соса. Оказывается, неточным. В ответ Лилард. Красиво из-под кольца разбирается с защитой соперника. Плюс 16 американцы за 3 минуты до завершения первой половины. Кстати, участие в сегодняшнем матче Демаркуса Казинса — это тоже хороший момент. Ведь на одной из тренировок Казинса так тяжеловато уводили в подтрибунные помещения, потому что он получил повреждение колена. И крайне недовольные. Крайне он сам был недоволен тем, как оно все сложилось. И, конечно, наверняка команда Сакраменто там тоже схватилась за голову. Все-таки травмы как-то вот преследуют сборную США. К сожалению, самое, конечно, страшное случилось с Полом Джорджем, который получил просто чудовищный перелом ноги во время двустороннего матча. И мы с вами, к сожалению, видели этот момент.
Собственно, Дерек Роуз пропускал две тренировки и в сегодняшнем матче участия не принимает. И не факт, опять же, что сыграет и через два дня с Пуэрто-Рико. ...43-28, меньше трех минут до завершения. Великий Майк Шишевский, наставник университета Дюк и вот уже долгое время главный тренер сборной США, которая при нем выиграла самые главные последние баскетбольные первенства, а именно Олимпийские игры и прошлогодний Кубок мира. 45-29. Очередной бросок из-под кольца для Дэмина Лилларда. Его скорость и исполнительское мастерство — это пока недостижимый уровень для доминиканской защиты. Собственно, защита доминиканской команды позволяет очень многое своим соперникам. Позволяет двигаться, что самое главное. А вот как раз любопытно, что американцы не позволяют своим соперникам совершенно проходить в трехсекундную зону. Вот такие моменты происходят чаще, чем это делают команды NBA. Ген-менеджер команды сборной США Джерри Коланджело, тоже знаменитый баскетбольный специалист. Дэмиан Лиллард, Руди Гей, Демаркус Казинс, Демар Дерозан и Клей Томпсон на паркете у команды США. Красивая передача Казинса на партнера по команде. И Руди Гей отправляет мяч в цель. Для Руди Гея сезон 2014-2015 будет ключевым. Это будет его контрактный год. И, естественно, он попытается сделать все, чтобы вновь получить большое соглашение. Все-таки всем известно, что умеет делать Руди Гей. Всем известно, что никогда не будет лидером чемпионской команды. Но 20 очков за матч или там чуть меньше при чуть лучшей эффективности он способен давать. Собственно, на постоянной основе в Мемфис Гризлис, в команде, которая не имела высокой результативности, он, бросая с процентом выше 45, забивал почти 20 очков на протяжении подряд 5 сезонов. Собственно, да, ему вручили большой контракт, и этот контракт обязывает быть суперзвездой, лидером команды и, по сути, победителем. Этого нет с Руди Геем, хотя нельзя сказать, что выступал он в слабых организациях. Ну вот, наверняка попытается сделать шаг вперед уже Сакраменто Кингс в следующем сезоне. И стоит ожидать от Руди Гея действительно какого-то очень мощного чемпионата. И, может быть, он будет одним из самых результативных игроков всего следующего баскетбольного сезона. Ну а у сборной США плюс 19 за 2 минуты до завершения первой половины. И многие сегодня набирают очки. После последнего тайм-аута изменений в составе сборной США нет. Клей Томпсон на дуге находит Демара Дерозана. Один на один с основным разыгрывающим Соса разбирается. Лиллард в углу. Еще одна хорошая передача. Томпсон уже с 8 метров. Не точно. Хороший подбор делает доминиканская команда. Правда, Дэмиан Лиллард показывает, что тоже умеет играть в защите тогда, когда это нужно. Томпсон под 45. Откатен за заслон. Средний. Вынимай. Это было даже слишком легко. Последние минуты первой половины. Джек Майкл Мартинес. Что сегодня он делает? Он сам, может быть, не так уж и здорово атакует, но для партнеров по команде создает хорошие моменты. Видит площадку и знает, в каких положениях лучше всего искать своих друзей по команде. У обеих команд уже нарисован бонус под счетом. Это означает, что исчерпан лимит персональных замечаний. Соответственно, штрафные броски дополнительные
при каждом фоле, кроме, конечно, фолов нападения. Американцы под своим кольцом уже не в первый раз. Они слишком рано начинают думать о том, как покрасивее заработать очки в очередном нападении. Вот могли бы сохранить мяч под завершение первой половины, но решили, что трешка надежнее. И 9 секунд до конца. У доминиканцев есть шанс сделать... Ух ты, какой там заслон мощнейший, но точно не точная трешка. 2 секунды. Карл Таунс! И у него вырывает мяч Демаркус Казинс, но Таунс без претензий прекрасно понимает, что пока еще он слишком мал и молод, и слаб его бренд, чтобы он мог здесь на Казинса налезать. 53-31 плюс 22 преимущество американской команды, которая чувствует себя очень хорошо против проходного двора в защите у Доминиканы. Доминикана не мешает сопернику не бегать под кольцом. Доминикана сильно уступает американцам в габаритах. Этим пользуется особенно Казинс, который много времени провел. В первой четверти этим пользовался Энтони Дэвис. Ну и Джеймс Харден, один из самых результативных игроков первой половины. Посмотрим, кого будет чаще использовать Майк Шишевский уже во второй 20-минутке этого матча. Джеймс Харден говорит, что день ото дня мы прогрессируем, наша защита начинает наше нападение, и, собственно, у нас великолепные обороняющиеся, у нас хорошая задняя линия, и это то, в чем мы работаем каждый день и становимся лучше. Мы же с вами после паузы вернемся в Madison Square Garden и продолжим смотреть за ярким баскетболом в исполнении сборной США и еще с несколькими игроками. Обязательно познакомимся, узнаем, как у кого дела перед стартом нового баскетбольного сезона. Главный герой первой половины матча против Доминиканской Республики сборной США Джеймс Харден. Он, помимо того, что создает в нападении, как всегда, то есть и для себя, и для партнеров, и трешки, и проходы, и, в общем, все, что он умеет делать, может быть, даже лучше всех на планете среди атакующих защитников. Помимо этого, он и его команда еще демонстрируют очень неплохую игру по обороне. Да, американцы позволяют соперникам совершать открытые броски, особенно с дальней дистанции, но сегодня это работает. Сегодня трехи не летят совершенно. И да, и высокие, и средние не летят совершенно у доминиканской команды. И американцы ведут плюс 22 после окончания первой половины. У них набирают очки все. Все играют ярко и... Главное, эффективно. Энтони Дэвис, Кеннет Фарид, Стефан Карри, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден. Состав сборной США. Соответственно, здесь есть один центровой, один номинально тяжелый форвард. Хотя Кеннет Фарид, он выполняет эту функцию в Денвер Наггетс. И неплохо себя чувствует, будучи не самым высокорослым, зато очень атлетичным, очень прыгучим. Надо же, сегодня какие-то вот проблемы. Вот именно этим кольцом, левым, с вылавливанием передач. Сначала это были проблемы для доминиканской команды, теперь уже для сборной США. Энтони Дэвис не поймал, тоже редкий случай, сверхсильный игрок. У команды Доминиканы на паркете, собственно, самые сильные защитники. Но, правда,
пока нельзя сказать, что кто-то, кроме Франциско Гарсии, показывает себя на очень высоком уровне. Для команд это все-таки важная проверка, и вторая половина не должна быть формальностью. Ну, то есть не должна быть формальностью, в первую очередь, для Доминиканской Республики. И не только потому, что команда уступает 24, не хочет уступать 44, а еще и потому, что этим командам встречаться уже в официальном матче, не в товарищеском подготовительном, а уже в официальном матче в рамках чемпионата. Совсем скоро в Испании, в Бильбао, состоится эта баталия в сентябре, и, соответственно, это нужно будет... Это нужно будет уже на совершенно другом уровне выступать сборной Доминиканской Республики. Естественно, у сборной Доминиканы опытных игроков, которые выступали на международной арене, гораздо больше, в разы больше, чем у американцев. У сборной США некоторые игроки только-только пробуют свои силы здесь. И для них приглашение – это уже большая честь. И, кстати, некоторые, которые не получили приглашение, но которые рассчитывают в ближайшие годы стать частью сборной США, которые ставят перед собой такую цель, они на этом матче присутствуют. Там вот показывали нас в перерыве. Неподалеку от паркета находится Тим Хардвей, атакующий защитник Нью-Йорк Никс. Он общался с Андре Драмондом. В сегодняшнем матче Драмонд пока не выходил. Фарид тем временем начинает быструю атаку. Карри 3 под 45. Не было фола, хотя Стеф уже был готов к пробитию трех штрафных. Он привык уже в такой ситуации сажать на себя защитников и получать свистки в свою пользу. Решение-то правильное, его действительно снесли. Но правила баскетбола международного, они будут все-таки несколько не на стороне игроков NBA, которые в прошлом сезоне рекорд установили по количеству четырехочковых попаданий. Молодец, Джеймс Фелдейн отправляет в цель очередной мяч. Вот он тоже оставил о себе более-менее приятное впечатление, хотя Энтони Дэвис не вылавливает очень тяжелый навес в исполнении Джеймса Хардена. Там еще внизу Дэвиса прихватывали, не дали ему выпрыгнуть. А вот Фелдейн разбирается с Карри и отправляет мяч в цель. 57-34. Не может удивить своего соперника Эдгар Соса. Кеннет Фарид не купился на вот этот показ. И могло все закончиться даже и горшком. Но не случилось этого. Фарид из-под кольца помогает Кайри Ирвингу. Зарабатывает очередные для себя 2 очка. И очередной подбор нападений для атлетичного форварда. Положение в прошлом сезоне Денвер Наггетс было абсолютно плачевным. Такое большое количество повреждений команды NBA не видели перед собой уже очень давно. Дэвис! Никто не удивит его. Из-под кольца Ирвинг в ответ находит Хардена! И тот вколачивает сверху Джеймс. Плюс 27 делает для сборной США. И вот Кеннет Фарид был одним из немногих в Денвере сильных игроков, кто не получил никаких серьезных травм. В итоге отбегал 80 матчей во втором сезоне подряд. Хотя даже в трех матчах Фарид выходил со скамейки. Вот здесь вот был такой как бы блокшот Элоя Варгаса, но все-таки спину надо было ставить для Кеннета Фарида, и легкие 2 очка критичный форвард добавил. 2-0-3, 105 килограммов. Кеннет Фарид по прозвищу Мэнимал. Такое полуживотное. Действительно, с его инстинктами многим справиться, большинству справиться не удается. 61-34. Но в прошлом году Кеннет Фарид, при том, что его команда играла в результативный баскетбол и промахов все-таки совершала, старалась совершать как можно меньше, Кайри Ирвинг, красивейший бросок из-под кольца, плюс 29, совершал в прошлом году 8,6 подбора Кеннет Фарид. Но это не главный показатель. Куда более интересный показатель — это 3 подбора в нападении в среднем за матч. А вот эта отметка им уже третий сезон подряд преодолевается. Вот это уже действительно замечательный результат для современного тяжелого форварда, тем более обладающего такими габаритами, какими обладает Кеннет Фарид.
Очень важным элементом является такой показатель, как процент взятых подборов в нападении. И не стоит удивляться, что лучшим игроком сейчас в NBA является тоже сверхатлетичный, очень талантливый парень из Детройта Андре Драм. Он опережает ближайшего конкурента Сэмюэля Деламберта на 3%. То есть 17,5, Деламберта 14,5. Хотя их игровое время сравнивать не стоит. И, конечно, Драмонд просто невероятный сезон прошлогодний провел. Вот пока мы сегодня его не видели, но, может быть, и увидим. Ирвинг разбирается. Три в лоб. Бабах! Очередная трешка в исполнении Кайри. И сборная США не то чтобы не останавливается на достигнутом. Она говорит: ну, соперник, если ты не собираешься попадать, почему мы не должны? Это не есть фэрплей, когда ты не можешь забить, а нам запрещено попадать в чужое кольцо. Так что плюс 35 уже преимущество американской команды. Напоминаю, что предыдущая их встреча в 2012 году, когда еще были Дюрант, Леброн, Кармело, она в итоге привела к большому разгрому. Но, казалось бы, этот разгром уже недостижим. А кто знает, тогда была победа плюс 54, сегодня уже плюс 35. Новые запасные. Первое появление Гордона Хейворда под седьмым номером. Теперь уже стоит привыкать к тому, что Гордон Хейворд – это не Юта Джаз, собственно, с которых и началось его баскетбольное турне. Ох ты, что творят американцы! Да, вот Андре Драмонд, наконец-то его сверхатлетичного парня увидели. Помню, когда я впервые посмотрел нарезку его моментов, когда он учился в одном из старших классов школы, я был шокирован, он ведь разыгрывающего играл в своей команде. И теперь вот такой дуэт больших, когда у тебя под кольцом Драмонд плюс... Драмонд плюс Казинс, это же просто настоящее убийство. Ни одна команда в европейском баскетболе не сможет подобрать против такого дуэта. Но вот и в одиночку очень неплохо себя чувствует и Драмонд, и Казинс под кольцом. На самом деле, несмотря на то, что вот вроде бы не весь цвет большого баскетбола США здесь собран, но какие проблемы, когда у вас на паркете есть Дэвис, реально один из пяти сильнейших игроков современности. И Казинс, способный очень на многое, а в форме сборной США он действительно отрабатывает во всех возможных компонентах. И сверхатлетичный, сверхсильный, высокий парень Драмонд. Бог ты мой, что они могут сотворить? Плюс 37 американцы. Собственно, смотрим, смогут ли они обыграть соперника с еще большей разницей в счете. Плюс почти 40 уже, плюс 39. Мамочки. Мамочки, ведь это сильная доминиканская сборная, которая реально на многое способна. Пусть даже она сегодня представлена не в максимальном своем составе. А что касается Гордона Хейворда, начал я говорить про этого парня. Собственно, Гордон Хейворд стал одним из больших ньюсмейкеров как раз NBA. И в итоге удивительное предложение получил от команды Charlotte Hornets. Он был ограниченно свободным агентом, то есть его нынешняя команда Utah Jazz могла его сохранить, если повторит самое крутое предложение с рынка. И в итоге Гордон Хейворд получил очень крутое предложение. 4 года, $63 миллиона от Charlotte Hornets, бывших Charlotte Bobcats. И, соответственно, Utah Jazz, ничего не остается. Они повторяют через 2 дня его предложение. И что, надо подписывать человека, который здесь, в этой команде, вносит действительно хоть какие-то положительные флюиды. Я даже произнести это нормально не могу, потому что очень нестандартный счет для баскетбольного матча. 73-37. Плюс 36. Дэмиан Лиллард с мячом. И получает фол нападения Клей Томпсон. Его очень здорово опекал, прям так очень плотненько опекал. Максимально плотно один из защитников доминиканской команды. И сборная США теряет мяч. Вот это то, о чем говорил как раз Том Тибодо после окончания первой половины. Нельзя терять мяч в безобидных ситуациях.
Вот это была безобидная ситуация. Такие моменты нужно минимизировать. Это Доминикана может такое позволить. Франция, Испания такого уже не будут прощать. 73-37. Виктор Лис. Красивый проход от запасного разыгрывающего. Здорово. Он играет как раз в американской манере. И обтекая оборону в этом матче, какой-то действительно вносит хороший вклад в игру своей команды. Но правда, все-таки сила в нападении. Вот эта сила сейчас была проявлена Андре Драммондом на 100% подавляющая со стороны американской сборной. Что касается Драммонда, он стал обладателем рекорда в прошлом сезоне 440 подборов нападений. Он делал 5,4 подборов нападений в среднем за матч. И делал в итоге в сумме 13,2 подбора за по всей длине площадки, что стало одним из лучших результатов. Ну и у него самый высокий процент подбора в принципе в НБА. В прошлом году был 17,5. То есть Драммонд берет все, что летит. То есть каждый пятый мяч, который отскакивает от кольца. Это совершенно невероятно. Ну и, кстати, Кеннет Фарид по этому компоненту в прошлом сезоне занимал 9-е место, что тоже очень почетно. Тем более, если вспомнить, какой гигант Драммонд, почти 2.10. И вот то, что Фарид, он пониже 2.03. И вообще он непонятно было, кем будет после окончания своей студенческой карьеры, закончив Морхед Стейт. И вот, как выяснилось, очень неплохо он себя чувствует. А это, кстати, очень любопытный специалист, который работает со сборной Доминиканской Республики. Это человек, которого мы будем с вами в новом баскетбольном сезоне в NCAA видеть часто. Зовут его Орландо Антигуа. Это нынешний наставник доминиканской команды, которого подписали. Вот любопытно, что первый игрок из Латинской Америки, который выступал за Гарлем Глобтроттерс каким-то непостижимым образом. Так вот, он был назван новым главным тренером университета Южная Флорида. Университета, выступающего в сильной конференции, не обладающего каким-то грандиозным составом. Но Южная Флорида — команда, играющая от защиты, играющая в очень медленный баскетбол, похожий на баскетбол Мемфис Гризлис. И выигрывающая из этого достаточное количество матчей, чтобы иногда попадать в мартовское безумие. Но посмотрим, как изменится игра, когда придет, собственно, Антигуа в этом сезоне. Но этот человек был когда-то помощником Джона Калипари, был ассистентом главного тренера. И, собственно, рассчитывает, накопив еще такой опыт на международной арене, стать сильнее и сделать сильнее свою нынешнюю команду. Ой, Клей Томпсон, как красиво! Забить, правда, не сумел, сам же на подборе, но, естественно, Драммонд вырывает мяч из рук у своих низкорослых соперников. До этого была очень красивая трешка из угла, классная комбинация. Фелдин как раз забил. Джеймс Фелдин. Я нашел его статистику, выступая за университет Квиннипиак. Джеймс Фелдин 2 года был лидером команды по результативности. Он бросал с не самым хорошим процентом. Андре не жалеет чужие кольца. Он-то выступает за Детройт, это далеко. То есть это штат Мичиган, а это Нью-Йорк. И здесь, в Мэдисон Сквер Гарден, кольца жалеть не нужно. Фелдин против Томпсона, даже и не близко. И в итоге трешка под завершение вот этой вот третьей четверти от Франциско Гарсия, естественно, засчитана. Плюс 35. Американцы доминируют, они наберут сегодня 100. И, возможно, действительно выиграют 50 очков у сегодняшнего соперника. А может быть, не будут особенно напрягаться и не то чтобы фэрплей, но просто не сделают так, чтобы Доминикана сегодня была уничтожена. Ведь и так всем понятно, кто сегодня победит. And in part by the Jeep Altitude Edition lineup, the official vehicles of USA Basketball. To New York, where the U.S. national team leads the Dominican Republic by 35. I'm here with the Hall of Famer Jim Boeheim. Saturday night, after taking a big lead against Brazil, you were actually outscored in the second and third quarters. How important was it to sort of step on the gas here tonight? Well, it's good. You know, Brazil's really good. You know, that win was a heck of a win by 20. They're one of the better teams in the world. This is a good win for us. This is a good game for us. We're getting an opportunity to look at some guys that we haven't had a chance to see much. You know, we're still looking and evaluating the last few positions for the team. But, you know, the first five guys played well. I mean, Kyrie was really, really good tonight. But we're really good on the perimeter. Our perimeter guys
are really good. And I think tonight our big guys got an opportunity, and that's something we have to keep working on. We got a long way to go before we get to the real games over in Spain. So this team is, even though they're a young team, they really work hard. They really play hard in practice and in the games, and that's a good thing. Jim, thanks. Thank you. Великий тренер Джим Бэйхайм, наставник университета Syracuse Orange. Собственно, он и Майк Шишевский, более крутых тренеров в баскетболе NCAA представить себе нельзя. И Джим Бэйхайм говорит, что у этой молодой команды была очень хорошая победа против сборной Бразилии. Бразилия очень сильная организация. И вот этот матч тоже имеет значение. Но все-таки до реального баскетбола еще есть определенное время. До реальных результатов еще нужно поработать. И не факт, что баскетбол будет таким же. В общем, говорит, долгий путь еще у сборной США перед тем, как начнутся действительно вот эти вот важные, сложные матчи в Испании. Джим Бэйхайм считает, что у этой команды есть очень большое будущее в преддверии этого баскетбольного форума. И пусть даже будет он проходить далеко-далеко от американских городов, сборную США называют главным на победу претендентом, и не безосновательно. Тем временем, плюс 38 преимущество американской команды. У нас стартовала четвертая четверть. И Франциско Гарсия. Он, наверное, последняя надежда сборной Доминиканы на то, что будет в этом матче все-таки не грандиозное поражение, не сверхрезультативное. 85-49. После того, как Джон Майкл Мартинес из-под кольца воспользовался тем, что был не готов к какой-то сверхнапряженной борьбе Демаркус Казинс. И тут же следует трешка. Гарсоса тоже демонстрирует, что может давать своей команде вот такой результат. Демар де Розан. Красивый проход. Разбирается легко с защитой. И даже здесь не было особенной надобности вот в этом финте в Евростепе. Плюс 35. Дэмиан Лиллард защищается очень плотно против Эдгара Сосы. Руди Гей на подстраховке. Гарсия. Классная передача. Мартинес. Умеет ли он забивать со средней? Но вот сегодня любопытно, что Мартинес, он делает все, кроме того, что бросает сам по кольцу. И, то есть, вот был у него как раз момент, когда он подобрал в нападении, но это был такой несколько нестандартный эпизод. В основном он создает для партнеров по команде. Ну, так получилось, что вот именно Дэмиан Лиллард в этой ситуации не доработал. Решил, что не стоит держать Эдгара Сосу. И тот отправил мяч в цель с дальней дистанции. Перехват. Вот еще одна ненужная потеря для сборной США. Вот это будут минимизировать. То есть в таком матче, конечно, результат, он как бы приятен, что там плюс 35, плюс 40. Но все-таки ошибки, которые возникают. Ошибки, которые возникают вот так вот на ровном месте, они ведь показательные. Потому что если американцы принимают такие решения сейчас, они будут принимать их позже. Драмонд. Андре Драмонд. Путаю я очень похожих издалека и носящих примерно одинаковый номер Драмонда и Казинса. Уж простите. По идее, конечно, Драмонд должен проводить оставшуюся часть этого матча. Из-за дуги Демар де Розан. Трехочковые у этого талантливого парня летят не очень здорово. Но все-таки он тоже один из самых интересных атакующих защитников. Гордон Хейвард не дотягивает до кольца сверху забить. Выпускник. Это Батлер не сумел. Демар де Розан, 9-й пик драфта 2009 года. В прошлом сезоне впервые в карьере и наверняка не в последний раз попал на матч всех звезд, забивая рекордные для себя 23 очка за игру. Процент реализации при этом не самый грандиозный, но все-таки индивидуальный талант находится на очень высоком уровне у этого парня.
И на него Торонто Репторс делают ставку. У него каждый год повышается игровое время. В прошлом сезоне он проводил 38 минут с половиной. То есть выносливости у него предостаточно. И он пытается, конечно, подтягивать дальний бросок. Он приходил в НБА вообще не бросая издали. Вот, например, у него в первом сезоне за 1600 проведенных минут 16 выброшенных трехочковых. На следующий год 50, через год 92, через год 120, в прошлом году 210 выброшенных. Процент реализации при этом всего лишь 30. То есть он, конечно, пытается свою игру разнообразить. Потому что вначале соперники знали, что Дерозан издали не бросает, Дерозан издали не попадает, и поэтому они могли позволить себе шаг назад сделать, что упростит, естественно, защиту при проходе. Ну и Демар Дерозан в прошлом году, естественно, сильно улучшил показатель, потому что не могло быть такое прибавление по результативности без увеличения количества штрафных. И штрафных он стал пробивать много больше. Не 5 в среднем, как было 3 года до этого, а 8 в среднем за матч. А процент у него хороший, 82, так что просто в среднем на 2 очка за игру больше только за счет этих вот бросков без сопротивления. 94-56, плюс 38, те же самые последние 5 минут этого матча. Джерри Коланджело, ген-менеджер сборной США. Вот главный вопрос, когда вы кого-то там исключите? И он говорит, что тут опять же все по ситуации. Может быть, кого-то там сегодня, кого-то в ближайшее время. Демар Дерозан красиво разбирается с защитой. Вот это тоже легкая школа баскетбольного мастерства для его соперника, для Мануэля Фортуны, выступающего под пятым номером. Еще одного разыгрывающего, дефиз-атакующего защитника. Джерри Коланджело говорит, что это действительно молодая, очень интересная команда, у которой есть большое будущее. И сейчас сказать, кто останется, кто точно отъедет, нельзя. То есть, ну, есть, конечно, люди, которые точно останутся. Мы понимаем, что Харден никуда не уйдет, что здесь должен быть Деррик Роуз. Тем более, что Том Тибоду рядом, так что он будет контролировать, чтобы не было никакой, видимо, перегрузки талантливого разыгрывающего. И должен оставаться Стефан Карри. Наверняка отъедет из разыгрывающих четырех Дэмиан Лиллард, как наислабейший защитник. Тем более, что в нападении, опять же, есть кому создавать. Ой, мамочки! 160 у нас тем временем счет после космоса, пойманного Андре Драмондом. Вот он, дуэт больших. Драмонд плюс Казинс, о котором мы говорили. И как можно вот этих парней, которые тем более к тому же вот так вот на 10 метров от кольца выбегают в поле, чтобы страховать партнеров, как можно их обойти, через них что-то забить. Совершенно невероятно. Повтор бы посмотреть с данком Драмонда.
Ну что ж, американцы не выиграют, скорее всего, плюс 50. Хотя если Лиллард опять забьет сейчас. Жалко-то как, а? Доминикана не заслужила, конечно, проигрывать 50. Просто потому, что никто в баскетболе не заслуживает проигрывать 50. Тем более на уровне национальных сборных. 103-60. Ну и, конечно, большой вопрос, какие большие останутся все-таки в европейском баскетболе. И у европейских команд есть большое количество сильных больших, с которыми нужно будет справляться. Поэтому не должно быть недобора в высокорослых игроках. То есть Казинс, Драмонд должны оставаться. Определенно останется Энтони Дэвис, как самый сильный вообще большой. Возможно, отъедет Кеннет Фарид. Хотя его энергия и вот это вот умение бегать очень легкой пятеркой, когда ты можешь ставить Дэвиса на пятого, хотя он тоже хорошо бегает, и Фарида на четвертого и не имеет никаких проблем ни в защите, ни на подборе. Это тоже хороший вариант для Джерри Коланджело. Вот, то есть, у Коланджело такая очень тяжелая работа. Ему необходимо из этого суперзвездного состава отсеять игроков, которые просто не могут влезть в финальный ростер из 12 человек. Плюс 45 после данка. Взрыв данка в исполнении Руди Гея. И, видимо, последний тайм-аут уже в сегодняшней баталии. Последние 2 минуты. Должны быть последние запасные. Супер данк в исполнении Андре Драмонда, поймавшего откуда-то из Детройта как раз этот мяч и вколотившего его в Нью-Йорке. 105-60. Изменений в составе команды США нет. По-прежнему Гордон Хейворд, Дэмиан Лиллард, Руди Гей. Демаркус, нет, 15 номер, это Драмонд как раз. И Демар Дерозан. Издали Джейсон Хейворд. Гордон Хейворд, конечно же. Джейсон Хейворд — это немножко другой человек. Это и уже из мира бейсбола. Ну и последние минуты. Минута 15 этого матча. Посмотрим, как изменится, соответственно, состав США перед матчем с командой Пуэрто-Рико. Матч будет в это же время, в 3 часа по московскому времени, стартовать здесь же, в Madison Square Garden. И сборная Пуэрто-Рико тоже крайне любопытная команда, у которой еще и к тому же действительно были большие победы против американской дружины в своей истории. Последняя минута. Лиллард с мячом. Плохая передача на Гордона Хейворда. Почему-то небольшое недопонимание между игроками американской команды. И вряд ли это связано с тем, что они играют просто за разные клубы в НБА. Интересная новость пришла сегодня из мира NBA, связанная с бывшим игроком сборной США, отъехавшим недавно, с Кевином Дюрантом. Да, ему готовы вручить в компании Nike рекордное предложение. 10-летний контракт на сумму под $300 миллионов. Там речь идет примерно о 285 миллионах. Совершенно невероятно. Вот Кевин Дюрант готовится уже в составе Оклахомы к новому баскетбольному сезону. 5 секунд на атаку. Лиллард! Нет, последняя трешка не случилась. Зато Драмонд на подборе сам же забьет. Или попытается это сделать, и Руди Гей еще хотел вколотить. И секунда до завершения этого матча. Итоговый счет 105-62. Американцы сегодня разрывают легко своего соперника по этому товарищескому матчу. Никаких проблем не имели они сегодня в нападении. Играли очень красиво, играли ярко. Были некоторые моменты, несколько было потерь необязательных, которые наверняка Майк Шишевский записал себе в блокноты, которые постарается нейтрализовать перед следующим матчем. Во-первых, и, конечно же, перед чемпионатом мира уже в самое ближайшее время. И плюс будем ждать новостей от американской дружины относительно того, каким будет уже обновленный состав для следующего матча. Доминикана не выглядит разочарованной, прекрасно понимает свое место в современном баскетбольном мире. Эта команда
Отдельные представители оставили о себе крайне приятные впечатления. Вот там мыслящий нестандартно Джон Майкл Мартинес, естественно, Франциско Гарсия, который тащил на себе так долго, как только мог, две четверти, которую, собственно, он играл. И плюс здорово сыграл еще и к тому же запасной разыгрывающий Виктор Лис. А вот Карл Таунс, парень из Кентаки, провел на парке не так уж много времени и, в принципе, ничего серьезного за это время сделать не сумел. Может быть, что-нибудь хорошее сможет он показать уже в составе команды Джона Калипари, который наверняка за этим матчем так или иначе там наблюдал или посмотрит его уже чуть позже. У сборной США определенно есть один хороший плюс. Это старание. Видно, что все эти парни, они сюда приехали не отбывать номер. Видно, что все они делают все для того, чтобы команда победила. Чтобы звездно-полосатый флаг, опять же, развивался в конечном счете выше всех остальных. И защищаются те люди на высочайшем уровне, которые не делали этого ни в регулярном чате, ни даже в плей-офф. Пусть даже соперник все-таки не самый грандиозный, и Доминиканская Республика индивидуальным талантом обладает несравнимым с тем, что приходится видеть в NBA этим парням. И все-таки старание, вот это вот именно желание соперника обыгрывать в каждый конкретный момент, в каждом розыгрыше и в защите, и в атаке, оно очень похвально. Ну а Доминикана доказывает, опять же, показывает свой реальный уровень. Команда занимает 26 место в рейтинге FIBA. На данный момент, опять же, сегодня играет не идеальным составом, и матч все-таки не до конца показательный. То есть был бы здоров Эл Хорфор, была бы совершенно другая ситуация. Да и, в принципе, сыграться этим парням тоже еще нужно. То есть молодые игроки, которые сюда совсем недавно заехали, они еще не так много времени провели. Сегодня был тоже показательный момент. Но американцы в любом случае отпраздновали большую, почти грандиозную победу. Они показали себя сегодня в атаке на 100%. Причем совершенно никто не тянул одеяло на себя. Здесь каждый ищет наилучший вариант для продолжения нападения того или иного. Ну и поговорим под завершение этой трансляции с Кайри Ирвингом, одним из творцов этого успеха. Сегодня Кайри особенно кольцо не атаковал, несколько красивых моментов создал, этим ограничился. I mean, honestly, it didn't matter if I started or not. The most important thing was just coming out here and competing for my teammates, and, you know, doing what we thought we could just win. There's been so much discussion about who's not on this roster right now over the last few weeks. What has been the attitude, the approach to all this young talent fighting for jobs, trying to make this team? I mean, we all want to represent our country. You know, it'll be a great opportunity, a great deal for all of us. But obviously, everybody can't make it. But, I mean, that's just part of the game. It's not that they're not talented enough. It's just that, you know, we just need pieces that Mr. Colangelo and Coach Krzyzewski feel like they can go over and compete in Spain. And, you know, we're all competing, but at the end of the day, we're all fighting for each other. Congratulations. Good luck Friday and on to Spain. Thanks, guys. Кайри Ирвинг отметил то, что это была действительно хорошая командная победа. И то, что, да, конечно, кто-то обязательно вне состава окажется, но мы все здесь болеем друг за друга. Мы здесь не друг против друга, мы все за сборную США. И кто бы ни оказался по версии Кшишевского и Каланджело, это будут правильные люди, мы будем болеть за эту сборную в любом случае. Но наша трансляция на Viasat Sport, Viasat Sport HD подходит к концу. Подключайтесь к баскетболу NBA, международному баскетболу NBA послезавтра в это же время в 3 часа по Москве, чтобы смотреть матч из Madison Square Garden со сборной Пуэрто-Рико. Всем пока!